Ай, блядь, откуда? А, все, увидел. Что, запустил? Да, сейчас загрузится. Ты там не подписан, посмотри. Просто я не знаю, захватывает, нет экран. Там задержки секунд 30. Так, что ты? Тань! И скинь мне ссылку в ВК, если что. Посмотри стрим. Иди, пожалуйста. Макс. Ссылку. Спасибо. Ты же как-то находила, нет? Сейчас скину туда, это ничего. Ну, ну ладно, давай, ничего не надо. Сейчас. Сейчас залезу наверх. Он убежал уже. Магия. Я тебе скинул только что-то. А, все, картинка есть, вижу, да. А, бог, конку. Закинь там, я что-то это. Да. Такой патата им, конечно. Трое? Ну идите сюда, дружочки. Все. Хорош. Противник устранен. Зачищено. One tap. Тань, смотришь? Понятно. Давай еще одну сейчас. Угу. Чё? А ты заходишь? Чё тебе? А, всё, вот. Опять твои Монтане. Враг должен быть устранен. Я пойду за тобой. Я твое дело. Я тебе открыл, залазь. Спасибо. Запустил твой стрим, так отвлекает, пиздец. Ты...
Ты зачем его смотришь там еще? Слева, 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 Женя. На квадрате. Блять, справа. Убил. Хорош. Двойные двери. Тебе надо за плеца, наверное, поиграть. У него хотя бы щит перед лицом, когда он бежит. За него раньше было бы прикольно поиграть. Сейчас. Ударяй их там всех. Эй, нахуй, чё, блядь, дерёшься? Там. Я не уверен, что там кто-то есть. Там кто-то есть. На второй пойдем. Я заряжу! А я через металлоискатель прошел, он запищал. Действительно. У тебя что, с собой оружие? Не в CCTV сидят. Заходи туда. А чё ты с этим пистолетом? Тебе с этим пистолетом удобно? Да. Вот тут они сидят. Гранату дал! Я вижу. Мимо это. Ну в тебя-то попал. Мне Махутян звонит. Окей. Я сдох. На мне двое. Чтоб тебе! Все оперативники мертвы. Найдите заряды с помощью бота. Разведбот нашел заряд. Еще 10 секунд. Сука. Че? Осталось 5 секунд. Вы че, Это че такое? Это катка тебе дала капитал. Ну ладно, хорошо. Верните
Это... Великий рандом, чё? Да муха мне звонил. Я слышал. Так, там этот не подобрали. Чемодан? Забери чемодан, ты пригодится. Я взял уже. Чё, как заходим? Куда? Я пока двойные ломаю. Можешь плантить? Убили ли Эйлу, да? Не знаю. Ставь! Пленти! Сифор! Снизу Сифор прилетел. Меня уже с другой стороны убили. Я понял. Пиздец, просто. Чё хотел? Никита зашел, а Валера зашел. В Сидж? Так, да. Че се? Нет, он в Дискорд пока зашел. Он в White Stairs, watch out. Ты в игре уже? Хорошо. Дебаг ходит. Кетчуп заканчивается. Живых один оперативник. I can see shit. Что-то бред какой-то. Чего там? Там муха звонил, блядь. Так я понял. Чего ругаешься? Пиздец. Что сказал? Нужно отыскать. Да, я написал бы позже. Вы все гам... Опять задал бы хуя дочь, да? Он сказал доделать старое. Не знаю, что я решил. В смысле до субботы, блядь? Что такое суббота, блядь? Давно дома и не знаю, какой сейчас день. Да? А у них кавер есть. В прошлый раз у них была. Просто не заметил, наверное. В прошлый раз вообще, да, нихуя не заметил. Блин, нашли. Еще и мози лол. До начала 5 секунд. Что-то такое ощущение, что это залито. Да похуй. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Сейчас чекну, что там впереди. Двойник в деле. Давай. Противник вмешался. Все, налево пробегай. Налево пробегай. Жги стену. У меня нечего. Ты термит. Заряжу. Я, блядь, эшка, нахуй. Ну термит есть, сейчас прожгет. Там мой. Шотган. Верните диактивы. Под щитом прямо. Мози на мне. Ч
что это было вообще? Я пока отойду. Давай. Оп, cover main, he's going to drag it. Вырубаем электронику. Позвоните за. Мы все в дерьме. Ааа, блядь! Чего, Лер, как дела? Пару минут назад было заебись. Че там? Полностью, блядь, нихуя, ну хуя. Вы потеряли деактиватор. Жив лишь один оперативник. Какие же рубли? Группа нейтрализована. Сука. Да мы так долго что-то заходили. Че, вы долго там будете? А ты че, ты в CG? Да. Ну сейчас мы всрём, походу, в раунд, все и выйдем. А, ну я тут иду пока. И ушел опять за чаем на час. Да я быстро. На, я твои быстро. No. Да? Понимаю. Что за говно? Ты про игру? Точка у нас где? Второй этаж, где они сейчас были первый раз. Блять. Это этот же. Вход ебаный там, да? Почему? И меня убивают постоянно. Ты чё, это другая карта даже, алё. Ты чё? Входу. К обороне, не дайте врагу пройти. Упал, выпал. Тельма. Так, мне надо камеру выкинуть куда-нибудь. Перезаряжаю! Где? Не понимаю. Заходит уже, лол. Где, блядь, что происходит? Не знаю, я просто ползаю по люкам, лол. Есть инфа вообще? Аутсайд на балконе. Перезаряжаю!
где-то еще. Сейчас сдохнем. Это я выстреляю. Серьезно, чуваки, вы прохлопали? А где? Какой? Я откуда знаю? Вы же... Я откуда знаю? Вы же на точке. Значит, на Б. Я сдох. Вон вы видите его, дефьюзьте, дети. Охуеть, как он поставил? Сразу по коридору справа. Блять, по коридору. Да их трое, чё? Охуеть, он задымился, блять, и поставил, пока я в него стрелял, блять, ага. Другой может ставил-то? Не? В смысле? Может, другой ставил? Да похуй, кто ставил. Я говорю, то, что тот, кто ставил, он задымился. Ну так это капитал был. А, блин, Валера, скинь мне никнейм тогда, я тебя добавлю. Я хост. Инсик. Точкой? С точкой в конце? Да. Кинул. Инвайт. Как, блядь, добавить? Shift F2. 11 уровень. Или просто на команду нажимаешь, там есть приглашение. Все, кинул инвайт. Оператор, у тебя есть какие-то? Блять, хоть захотел сейчас даже посвести, когда сказал опера. Прорвемся. Валер, у тебя есть какие-то операты куплены? Блять, сейчас подожди. Музыку вырублю. Ну ты надо сразу делать. Че, удалю, блядь, эту хуйню. Все, не смешно стало? Да вообще. Че, будем заказывать? Заказывать будем, хавчик? Я же уже заказал. Уже, о, еще отка. 20 минут уже прошло. 20 минут уже прошло? Че, запускать? Ах, ты купил кого-нибудь из оперов-то, не? Да, одного. В атаке, в дефе? В... Надо там и там покупать. Так, ну, нет денег, стоп. Ну, давай, короче, оп, попробуем вот так вот, да. Вот так вот отыграем, постреляешь, посмотришь вообще, что. А я же тебе сказал, попробуй это... В смысле, откуда я тебе сказал, операции проходи, блядь, иди. Да сейчас накопит, все с одной катки можно там почти поднять. Это антитеррор. Против ботов. Киберспортсмены, я ору. Пятый уровень. Ты нормально наиграть уже успел сколько ты, чё? Да ему чисто по имени дали. Термиты купил. Чё, блядь? Чё, Валера, сделал муху? Он сейчас такой звонит, чё, говорит, как дела? Я, блядь, не могу сдержаться, я ржу, нахуй. Он такой, чё, смешно тебе, блядь? Нет. И дальше ржу, блядь. Не понял, чего? Чё, говорит, как дела с учёбой? Я говорю, так себе? Да лучше в двери уж зайдите там прыгать. Спайдермена. Лёпно. Дай Валере ты кого-нибудь. Пускай убивает, блядь. Как, блядь, Никита-то, дайте, блядь, уже пострелять. Да, блядь, где все-то, нахуй? Вы удивитесь, но они на улице. Я заряжаю! Флешка.
Где-то стреляли только что по мне. На мне двое. Трое. Блять, как тебе зайти-то? Через двери. Да пизда. Я их запер, они не выйдут. Три врага живы. А, блять, я слепой. А чё ты, флешку кинул? Противник нейтрализован. Не знаю. Ты просто... Три ебла минус. И я такой башкой ворочаю там. Такой, о, ты пришел? Ладно, полетели тогда. Валера, ты обвес вешал? Там менять их можно. Там типа они, они, ну да, как бы стандартка уже там сразу максимально тебе идет. Типа все сразу вешаются, но там лучше поменять какие-нибудь. Там посмотри, там они характеристики меняются. Ну, там разброс бисика. Там меняется, там что-то еще, короче. Отдача. Ну давай, сейчас посмотрим. На тебя в деле. Ну а бранец? Но он не купил никого. Там у него пушок. Пушок. Пушек много, да. Типа можно убрать. Форекс. Будешь бодаться? Еп. Solid soft. Solid. Solid strike. О, так это склад. Так я вижу, ну. Сейчас Валера всех разложит тут. Ну правда, против нас 203 уровень с картинкой Гадли Нуба. Шансы резко тают. Я, конечно, ничего не боюсь, но Гадли Нуба я боюсь. Я эту длину я смотрю в этой камере, так что тут можешь не кидать. Закрепил более стойкую. Вот здесь на стенку. Заряжаю, прикройте! Устанавливаю силок. Еще 5 секунд. Почку изучаешь. Дядя, лучше подойди, возьми его на F. Враг обнаружил взрывчатку. Приготовиться. Хорош. Они идут. Дрон врага начинает разведку. Сейчас тебя Валера запалит, если будешь двигаться. Уже запалили, понятно. У меня еще один. Идем со мной. Все. Враг уничтожен. Поздравляю команду. Сахс. Изи. Пиздец, там, блядь, все столпились. Видишь, как я ручки складываю? Ваканда форева. О, а чё все рекруты? Это да, челлендж? Да, блядь, это психология, ну, блядь. С помпой? Пиздец. Они вдохновились с тобой, Валер. Как ты завалил одного челика? Чё ты там убил кого-то, я видел? Охраняйте заряды.
О, у нас пополнение. Посидеть, порофлить. Че? Че? Ты не можешь ему в телеге что ли написать? What's your problem? Блин. Так он так-то и дома, напиши ему, я не знаю, может он... Напиши ему, давайте сейчас привезет. 10 секунд. Я тебе номер в телеге скину, сам напиши, плезза. Осталось 5 секунд. Враг обнаружил заряд. Я заряжаю. Блять, я одну камеру дублировал. Подождите пока там это, сами разберитесь, сейчас я номер... Нихуя ко мне заходит. Блять, нет, опять звонят. Скинул. Откуда идут? А у тебя? Отходи назад. У меня идут. Я сам себя взорвал. Случайно. Я сдох. Да просто в те контакты к себе в телефон добавь, ты чё? Алло, они в телеге сами появятся. Валер, не пикай его. Дрон противника был отправлен на разведку. Один враг еще жив. Хорош просто. Я не знаю, зачем. Запиши мне туда лично, скажи, блин, не туда пришли. Не туда пришли. Спустилась вниз, нету никого. Моральные ублюдки маленькие. Да. Доставка, блин. Вчера доставляли хавчик нам. Сегодня, походу, другой курьер, и они такие, типа, а мы к вам пришли, вы нам дверь не открываете. А, и все такое, короче. Таня сейчас вышла, блин, там никого нету. Ты одну камеру уже не зафакапил, по-моему. Да я знаю. Еще 15 секунд. Враг уничтожен. Поздравляю. Он всех ушатал, он ослепленный убил двоих. Хорош. Лол. Ну то сейчас вообще было. На тоненького. Привет. Там-то-то. Че там, блять? Валера, почему у тебя все еще один килл? У тебя почему? Я отходил. Мне вообще-то позвонили, я отвлекся, блядь. Понимаешь? Потом меня слепили. Я сам себе хэш это и взорвал. Я думаю, я в окно кидаю, а оказалось, что не в окно кидаю. Ты когда так сделал, меня... Она еще жабу кинула, я сдох после этого из-за тебя. Немножко. Я пришел тебя спасать, и это... Понимаю. Откис чуть-чуть. А я думаю, я прямо в окно кинул. Я говорю, там чуть-чуть... Ты бы не успел даже взорвать его. Не читал.
Почему? Я взорвал же его, я успел. Нет, я имею в виду, если бы ты в окно кинул, ты бы не успел ее взрывом задеть. Нет, я на раму хотел кинуть, на окно. Я понял, понял. А я кинул на шкаф, типа. Понимаю. Ты подвал? Нет. Или чё? Или second floor? Или митинг? Чё? Где точка-то? Спаун-пики будут. Это второй. Я убил такого сёна и просто. Через 10 секунд. У вас ещё 5 секунд. Разведбот нашёл заряд. Ваша цель — обезвредить заряд. Перезаряжу! Сори, Валера. Продали тебя чутка. Это камеры. Не успел запрыгнуть. Давай я патроню. Давай. Двойник в деле. В митинге кто-то. Лестница в подвал чистая. В гараже чистые, люки закрыты. Митинг чистый. Я иду наверх. У меня заряд кончается, я, короче, ливаю. Пошли наверх. Там кто-то есть, я иголку достаю. Все, ты закончил? Нет. Сейчас перезажусь, продолжу. Блять, ты меня внизу, 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 на лестнице. Тише, тише. Я, короче, хавать пошел. Угу. Слышишь? Алло. Слышу, слышу. Я хавать пошел. Верните деактиватор. Группа нейтрализована. Ага. Ты, Валера, остаешься? Да. Нужно отыскать заряд. На втором нет никого. Докладываю, робот обнаружил заряд. Разведбот нашел заряд. Начнем через 10 секунд. У вас еще 5 секунд. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Погодите, заряжу! Да ладно тебе, дядя.
Нет связи с двойником. Что-то я... Что-то мы... Группа нейтрализована. Откисли. А, лол. А, еще раунд, что ли? Мы что, не все встрали-то? 2-2. Че, не понимаешь, откуда тебя убивают? Нет, он меня убил, это Стрэва, я знал. А-а-а. Что он там? Я вообще не ожидал, что там челбот лежит за столом. Что это было за мув? Аутплей. Нужно отыскать заряд. Походу это внизу где-то. Да, это подвал. У вас еще 10 секунд. Че, в мьютилку влетел? Осталось 5 секунд. Обезвредить взрывчатку. Вы потеряли деактиватор. Бот покатил. Иди сюда. По кежу что можно сделать. Иди вот сюда налево, иди. Вот здесь ставь свой заряд на колесико, который у тебя. И жги. Тоже на колесико. И там убивай теперь всех, кого увидишь. Вы обнаружили заряд. Деактиватор потерян. Вы нашли деактиватор. Сифор был. Виджил, Вира. Виджил. Все, можно меня поднять попробовать. Сифор! А. Блять, все. ГГ. Черт. Виджил обошел, урод. Хитрый падла. Лох собрал урожай. Как быстро каточки ищет. Чё, волшебник? Ну не знаю, обычно пати когда есть, так там долго ищет. Да? Ну один я быстро ищу. Так вот я о том же. На только шаг.
Че, много домашки у вас? Следует найти заложника. Нормально. Особенно по мухе. Да? Да. Тупо на него одного работаете. Там еще и физику делать, услышали. Лол. А это еще только второй курс. Заложник найден. Блять, там. Опять в метилку улетел. А ты не вообще ловец. Прыжка прям. С кайфом. Я вижу, как ты стоишь на другом дроне. Такой одинокий, брошенный. Готовьтесь к эвакуации. О, КФ. Разведбот запущен. Маэстро что-то выбежал, там надо его наказать за это. Он прикалывается. Где мне камеру палит? Камеры на белых столбах висят. А, это противник свободен. Все, его больше нет. Я позаботился об этом. Хорош. Термайт, ну термайт. Ты в капкан вляпался. Ждать, он рассеялся бы. А этот чел сквозь дым видит, ему пофиг вообще. Серьезно? Ну вот этот, которого я убил, сейчас у него очки, которые сквозь дым палят. Способности. Ебать, понимаю. Он так-то useless в большинстве ситуаций, но тут... Следует найти заложника. Это... Заложника убьешь. Заложника убьешь, проиграем. Понимаю. На втором этаже они, короче, вот там, где ты заходил, практически рядышком. Если, например, я в него гранаты кину, и он сдохнет, то мы просрём. А если они его убьют, то вроде это... У вас ещё 10 секунд. Мы выиграем. До начала 5 секунд. Снизу на этом, на компасе пишут твою позицию, это типа вот если точки изучать. Чё как называется? По окошке как залезть? В окошке? Что? А, по кошке так к стене подходишь, вверх наводишь, у тебя пробел там появится, типа. Я такой дурак. Так, а залезть как? Пробел, еще раз. Это специально сделали, типа, чтобы можно было к самому краю подползать. Иди там, тебе найдется что прожечь, наверное. Кину гранату.
Лол, такой дурак. Залог, короче, сдох. Противник жив. Вы чё, трэп? Прикройте! Гражданский один. Жив один оперативник. Алло. Оперативники мертвы. Капкан вступил. Теперь у нас та же точка, что у них была. Закрепляйтесь и защищайте гражданского. Вулкан готов. Гражданского не нашли. А это что его кикнуло у нас человек? Типа? Вулканы на месте. Через люк идут. Вот, вот там вот. Заряжу! Хорош. Взрывчатка! Черт, у меня... Я тут ослеп чуть-чуть. Найс. Группа противника уничтожена. Я сжег залог. Еще бы челики что-нибудь говорили. Стрип-клуб. Найс. Закрепляйтесь и защищайте гражданского. Укрепляйте жилеты. Магазин меняю! Вот здесь надо укрепить еще. Ван Ринфорс, гайс. Подходишь к стене, там F появится. Обнаружил местонахождение гражданского. Заложника обнаружили. Будьте готовы. Такие они дурачки просто. Я заряжу.
Они оттуда идут. Ой, зачем я туда прыгнул? Капец, чуть не умер, тут еще один где-то. В двойном огне там. Здесь у меня уже есть. За щитом. Вот там шарится. Убил одного. Не знаю, кто это был. Один враг еще жив. О, он где-то идет у вас, по-моему. У вас? Или у меня? За тебя может дверь открыться там, тоже улица. Угу. Чё, где? Такой он, конечно, урод. Откуда с дверей? У вас 15 секунд. Сзади бы шел. Враг уничтожен. Поздравляю команду. Бля, слышал же его. Так я же тебе говорил, что там дверь. Нет, он через эту пошел, не через двери. А, через бильярд, что ли? Да. Только закряхтел, лол. 3-1. Алло. Здорово. Залетай. Попозже. Ну? А что ты влетел туда сюда? Нет, я не вам. Черт. Так, стойте, не запускайте. Да я пока Вордена покупаю, все равно Женю ждем. Что там, защитник, говорите, купить надо? Да. Да, надо защитник. Кого там? Джаггера можешь взять, Рука. В принципе, можешь... Джаггер, Рук, Касл, Док. Док заебись, да. Вся верхняя строчка у них топовые пушки. Ну, как бы, легкие такие. И способности не особо... Мюта можешь взять. Смока. Там без разницы. Ну, вот Мьют, Смок, они как-то так отдельно, типа... Они прям... Им нужно в определенных местах сидеть. Я бы сказал. Мьюту особенно надо мьютить эти дрон-холлы всякие, короче. Подступы к точке. Типа. Короче. Или наоборот этих... Кого там? Ну, миру там, допустим, прикрывать. Бандита можешь взять, в принципе. Бандит тоже топ. Давай принимай инвайт. Чё, Женя, Валер купил? Чё? Нет, думаю, я ещё.
Ну ты думай, я пока поиск запущу. Я-то иду. А ты чё не принял ты? Кого, я? Да, я тебя инвайт. Я принял. Я принял. Ты не в теме. Я команду в игре, блядь. Случайно поздно нажал. Поздно нажал. Ой, ты рано нажал. Я еще не загрузился полностью. У меня инвайт пришел. Я его принял. Я запустил поиск, сейчас подойду. И, типа, команда в игре. Возьми это. Блять, не знаю. Рука можешь взять. Рук заебись. От нее много не надо. Типа скинул броню и все. Все одели броню, и ты молодец. Слышал? Слышал. 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 Ты слышал меня? О, гараж, пизда. Блять, короче, надо бандита мне взять. А ты кого купил? Рука? А, ну, а, нет, не рука купил. Кого ты купил? Быстрее говори. Я? Да. Кого не купил? Ну ладно, хуй с ним. А сейчас нельзя купить? Нельзя, да? Сейчас нет, конечно. Ну такое. Блять. Сейчас, короче, укрепляй сразу входные двери в гараж. Большие двери. Ок. Я? Yeah? Да-да-да. Блядь, ты мне покажи, где они. Вообще ни разу не укреплял. Блять, обычный так гараж. Чё, не знаешь, где это, вот здесь вот. Укрепляешь. По фасту. Разведбот. Ты пизда вообще не говори. Ты еще не начался? Нет, еще. Стена укреплена! Еще 10 секунд. Вот здесь еще одну стенку, если есть. Справа от тебя или слева? А только одну ты сможешь поставить, все остальные укреплены. Не дайте врагу добраться до объекта. Женя, можешь здесь мьютилку поставить, вот здесь в угол. Я здесь и сел. А ну он. Ну уже не надо, уже жгут. Ёбарс. Точку жгут. Я же там поставил мьютилку. У них тетчер. Им пофиг. Он лол. Дронят, дронят. Ну-ну. И сверху нас ходят. Валера, будь готов, у тебя сейчас сзади могут. С двери? Да. Там они ее пока пробьют, пока то все. Дрона сломал чё. Дверь сломали? Убрал я там стоять. За забором, один хп остался. Ты нахуй, не-не-не, тихо-тихо-тихо, иди давай дальше, иди туда обратно. Иди обратно, блядь. Чё, у вас окна, все? Да, да, нормально все, я одного убил. Ну, Никита так частенько делает. Можешь не извиняться, похуй. Я камеры почекаю. Давай. В тренажерке пробит люк, там труп. Аутсайд, аутсайд, у нас дыре бега. А, подожди, я одного убил частенько? Да. Хорошо. Заряжаю! Сейчас я его морально. Да. Видите, стреляет, это Маврик. Все, я сел и не двигаюсь. Что я шлепнул? Где он? Поточнее, может. В дыре. Надавал ему. Да у него мало хп. Да забей. А еще их двое, лол. Я думал, один. Да, таких убил. Ты Маврика убил? Нахуй знает, я не видел. Там кто-то в пропиле, в дьявол, пропил, смотри. Да. Задание выполнено. Я открываю камеру, он просто стоит и смотрит.
не успел за Вордена поиграть, дали Касла, блин. Зачем покупал? Living Room. Вот сейчас точно Касл. Че, может, Миру возьмешь? А ты же не... А где ее там ставить? Ты че? Соседний. Это первый этаж, там нету соседней. А, это первый этаж. Я Вальку тогда возьму. На второй этаж я сбегаю, эту поставлю. Щит. Ой, этот. Укреплю, короче, там люк. Там же есть люк, по-моему. Да? Нет, на точке да? Нету люка, нет, нет. А что, типа, укрепленную ничем не сломать? Можно пропилить, можно этим... Термитом, термитом. Термитом, да. Вот врага нашел хим-контейнер. Перезаряжаю. Что там, что-то улучшать? А ты кто? А тут нечего укреплять. Да. Я вот здесь дырку... Ебать. Нахуй мне дали минус 10. Ты что-то уничтожил, значит. Я еще, знаете, я поставьте мне метки над окнами. Я здесь вот... Вот смотрите, можете здесь сидеть, смотреть вот так вот пол. Валера, дропайся вниз. Я на нуле! Какая это? Я камеру могу. А, это пулестойка, ее просто на стену, ее не разобьют ничем. Не, а куда ее поставить? На любую стену. Давай еще поставим. И укрепи рядом со мной еще. Не, так это подвал. Я просто это. Гараж, гараж, гараж. С гаража идут. Женя, ты бы спустил. А, это не ты. Там алиби у нас. Дроня второй этаж, мастерскую. Пусть дронят, сейчас мы все закроем, вот с кайфом. Термит убил. На метке слева. Дыра в стене. У меня надо мной. Противник обнаружил вас. Я прям на точку залетаю, я это. Отбитый. Блять, я тут уже сижу давным-давно, блять, отбитый. Ебать, где люди? У тебя, Валера, в дыре, дыра в стене. Так это иллюзия там какая-то? Нет, там иллюзия, и там еще чел бегал. Убил чела этого. Заряжаю! Там я закрыл. Все, чел. И здесь сейчас тоже закрою. Блокирую! Просто вот смотри, видишь вот здесь дыры, Валера? Вот здесь вот. Ай, блядь! Да, откуда? С двойных дверей? А, и понял. Со второго этажа, прям сверху. Вообще жестко сверху. Прям в пиксель дала мне. Ебать, X12 аж. Дронит. Прям на свой дрон ездит. Нам хана. Идет. На лестнице. Сори. Пулик не убивается. Ну сейчас полегче, похуй. Валера, смотри, если, короче, стена наэлектризована, ты не можешь ее взорвать. Вот сейчас ты термит, короче, да, у тебя там типа пробивной заряд есть. Вот укрепленную стенку, да, ты можешь взорвать. Если она наэлектризована, типа я вот сейчас, видишь, печь раздел специально, чтобы если человек кидает гранату, она отключает электричество, и ты быстро ставишь, понял? Угу. Ок. О, Валера в голове обезьянка в тарелочке. Бам! Так, да. Сидит, хуярит просто. Ты слишком быстро ответил. И винишка попивает, знаешь, это ногой. Второй этаж.
Да. Окна бьют. Это детская? Нет. Это не детская, это бедрум, бедрум, бедрум. Сейв бота, там мози. Так, чё? У вас ещё 10 секунд. До начала 5 секунд. Ай, блядь. Объект не удалось обнаружить. Все отыщите химконтейнер. Понюху. Всех ботов уничтожайте, каких увидите. Что? Что это, спаунпик? Или что это? А, о, что это? Чел. Ты убил его, Женя, или что? Да, я убил одного здесь. В окне? Да. А, не в том окне, ладно. Подожди, Женя, аккуратно, я чекну. Не пикай рожи, не пикай. Ты мне говоришь? Да. А и Валерий тоже. Под окном Сога, там Мира сидит. Хорош. Перезаряжу. Инъекция адреналина. Ой, бля, что это такое? Это адреналин. Устранить врага. Стреляешь из задачи, типа. Противник здесь. На точке кто-то. Надо помочь, Валерий. Дайте инфу, где это? В углу, в углу. Охраняйте химконтейнер. Охраняйте контейнер. Один противник. Все, стой там просто на точке, все. Все, он. О-о-о, это хьюч. Победа. Противник нейтрализован. Нормально, нормально. Плюс 100 IQ. Предугадал просто, как он это сделает. Том Хардин. Том Харабин. 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 Том Харабин. Блять. Ваша задача — обнаружить химконтейнер. Первый этаж. Заехав в мози. Там мози. Не заезжай, а то бота отберут. Не, да, нет. Здесь мози, ебать, я понял. Ну типа там мози, это бойся, он ловит твоих бота сразу. Он ловит, да. Дронов. Дронов. Они люк пробили. Че, у них этот есть, Орикс? Почему? Да я тоже этот люк пробивал. Не обязательно Ориксом быть. Просто снизу удобнее дефать, по-моему. Мьют есть. Можно, кстати, попробовать через гараж зайти, но я думаю, лучше через второй. Сверху видно лучше. Хуйня над... Дверь была. На говняшку похоже. На кого? На говняшку. Это Элла, наверное, была. Ну, наверное. Я чекаю. Я подожди, не, не высовывайся. В комнате чисто, можно заходить. Воркшоп, воркшоп. Я там дал гранату вперед. О, убил его, лол. Отползай, я тебя подниму. Даже не думай сдаваться. Не сдавайся. 20 хп, понимаю. Сделано укол адреналина. А, ты... Снизу, снизу. Бля, там Элла. Мы поняли. Еще и смог.
Ачивку дал. На кухне что ли? Тренажерки. Сипор. Да. Ага. Он ушел в гараж. Оба что ли вне точки? Я бы на точку зашел. Один, блядь, вот он. Мы там, да. Мы можем на точку зайти. Не иди туда. Вот здесь стой. Он вот туда в дыре ушел. В дыру, видишь, перед тобой? Я просто... Охраняйте контейнер. Downstairs! У тебя, Валера. Ну, все. Валера, здесь сидит, прям здесь сидит. А, еще один? Да. У тебя заходит. Ору. Хорош. Противник устранен. Изи. Задание выполнено. О, это я сижу там. Даже прицеливаться не стал. Лениво так, одним пальчиком. Ты пришел ко мне, чтобы умереть. Умри. Найс экранчик. Не зря тащил. Вордена купил, так и не поиграл. Че, Кайки-то пойдет? Не знаю. Не будет играть? Да, везде с нам муху делает. Да, Валера? Угу. Тройная спираль. А че, одинарный уже не хватает, Жень? Мне скин выпал, блядь, выпал все-таки, выпала одна, да? Да. Тройную поставили, ну понимаю. Так, что там? Что там? В принципе, берешь мьюта, берешь касты, и они не заходят, если у них эшки. Вальку я взял? Я Вальку взял. Я взял алиби. Нет, я не взял алиби, я взял касла. А ты что, не купил, что ли, никого в дефе-то? Никого не купил. Ты же выбирал так долго. Так там еще, там еще на Shift F2 задания надо взять еженедельные. Или в меню на коллапсы ходишь, там короче так же нажимаешь. Это вы мне? Да. Обезьянка, бам! Что происходит? Да, принять все еженедельные, которые. Добавить все? Да. Да, добавить все. И выполняешь там, смотришь. Типа отыграть там 7 раз убить там из дробовика, отыграть там тем-то персонажем. Из такой-то категории, допустим, из спецназа, там, САС. Гиган. Спасибо, все очень понятно. Ну, у каждого персонажа, типа. Свое спецподразделение. Понял? Uh-huh. Типа там, допустим, капкан и... глаз. Это спецназ. Тачанкин еще это. Подготовьтесь к обороне ким контейнера. You got them right, son. Блять, не докинул. Пошел нахуй. Что это улучшать? Стенки, ну вот эти вот укрепи, нам пригодится. Я чуть ткань не дотянул. Похуй, нормально как-то. Заряжаю! Лол, что, блядь? Я второй раз не дотянул. Ну ты чё? Это пиздец вообще. Криворуки что ли? Патронов нет! Враг попытается обнаружить контейнер во время атаки. Я просто все три камеры зафашмачил. Я попробую госпаун пикать. Уродина. Давай. Сломало мне. У них эшка. Да чё столько кидаете-то? Сначала убил.
Нифига себе, они умные. Че, они по дому доходят? Они не пошли по лестнице. Я укрепил дверь! Меняю магазин! Там Эш какой-то ерундой страдала. Пришлось сказать, чтобы не страдала больше. На первом этаже ходят. А нет, Валера, у тебя на лестнице. У тебя пушит тебя! Ну это голограмма была. Настоящая внизу по лестнице. Я в камеру посмотрю. Она в подвале. Валера, не смотри так никогда. Почему? Потому что. Я вроде... Она в баре. Да, но у Макса тут. Подо мной. Подо мной. А, во, вижу. Они двое. На лестнику, на лестнику, на лестнику. На другая лестница. Что? Чуть нет лестницы. Там же лаз. Найс. Задание выполнено. Противник устранен. Она мне в дырочку в эту по ногам настреляла. Смотри, смотри. На нахуй. Чисто в голову попал. Чисто по кайфу. Три очень. Один патрон. Я, блядь, думал, что я под конёк этот накидать, а оказывается на бок. Горбунок. Под это... Мне нужен тот, кто сможет сделать дырочки в этом. Возьми там, не знаю. Чё? Можешь поп... Возьми Миру, Миру, Миру. Вон пускай руку возьмёт. Ты, руку, ты, блядь, Валера, там. Возьми Миру. Мне на маленькую вообще дырочку, чтобы просто выстрел сделали из дробика. Ну как хочешь, короче, ладно. Я могу и так отэфть. Я взял Миру. Все. Сейчас, короче, с дробика выстрелит два раза по гаражу, чтобы дыра была в стене небольшая. Потом я закрою. Ок. Чтобы лучше слышно было. Так ты мог, типа... От пуль не такой кайф. Панч холл наделал бы, да и все. Долго почти? Конечно, долго. Тут бах-бах и закрыл все. Че у нас по точке? Гараж, гараж, гараж. А, блядь, подвал вообще, да ну нахуй. Так я тебе говорю. Вот, прострели мне здесь два раза. Левую и правую. Все, хорош. За моей спиной стенку укрепляй и на него стекло ставь. Только с винного укрепляй. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. А, понял. А, лол, понял. Нахуя. Уже не надо. Установку завершил. Вот врага нашел хим-контейнер. И, короче, вот в этой стене, которая рядом с тобой, сделай дыру, проход, вот здесь. 10 секунд. Противник обнаружил хим-контейнер. Я тебе подведу электричество. Давай. Поставил девайс. Что? Умер. У нас человек кикнуло? Или его убили? А, вот его убили. У них Маврик, это анлаки. Хотя он не сможет. Ты чё, бота сл... А. Не-не. Они идут, идут ко мне. У тебя, думаешь, идут? Да-да, у меня Маврик. Найс. Тебе ок, Валера, там? Да. Ты чё-то, у тебя хп мало стало. От взрыва. Идут, идут ко мне. Да ты... Визуальный контакт. Че, на лестнике? Дело сделано. Короче, Маврик при колюшечке тут свои дела. Вот там, вот там, в коридоре, Валера. Валера, ты стоишь прям... У меня на мой тело.
Убил одного. Один враг еще жив. Не пикайте ее, она с этим, с винтовкой. Она убежала аутсайд. Я смотрю спину, короче. И винны, а она в винны идет. Валера, у тебя лестница, которую ты закрывал. Засек врагов. Да. Идет, идет, пушит. Поднялась выше. Идет. Заходит, заходит. Заходит. Она в библиотеку ушла. Закройте, короче, все, что можете. Винный закройте. И синий тоже закройте коридор. Она в синий идет. Этот? Нет, не-не-не. Там, где первый раз шла. Не пикай ее, жди на точку, когда зайдет. Ляг вот здесь за тумбой, и все. Или за санями теми. Тебя видно так-то. Лучше бы ты за мусорные ящики ушел. Во, вот там сядь и все, и сиди. Все, забей, она просто окно открыла. Это мое окно? Да, да, забей. Это первое, которое у меня окно? Да. И там второе просто еще поставил. Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Еще 15 секунд. Ну че, блядь, добей её. Все, все, выиграли. Враг уничтожен. Поздравляю команду. ХП, блядь, нихуя не осталось. Добей-ка ты ее, сидит там в углу. Так в смысле, я, блядь, по ней настрелял уже. А че не добил-то? Ты жил. Так она убежала и упала. Нет, потом. Нет, она на точке была. Так нет, я говорю, она убежала дальше. Моей зоны обстрела. И она упала там. Теперь... Я хотел бы встать, но уже. Теперь мы атакуем. Че, будешь брать или мита? Я отвеча возьму. Слышь, нет? А че он больше? А, тут. Шале. Вкусно. Они остыли, наверное. Определите, где химконтейнер. Ай, нахуй. Нам нахуй. Это не гараж. А, первый этаж гостиной. Нет, куда? Это кухня? Они откуда-то, да, с кухни пришли. Место нахождения объекта установлено. Сейв, бота, сейв. Тебя сейчас Элла убьет. Эй, блядь, нам на второй бот идти. Валера, резайся на костре. Зачем на второй? Люк пилить. Ну, не знаю такое. На костре? Там есть точка, на семерку нажимаешь, есть точка костер. Через 5 секунд. Контейнер обнаружен. Захватите его. Может, будут спампики? Поздно уже. И куда? Наверх залазь, на балкон, сейчас приду. Да где тут камера? Сейчас патроню, погоди. Можешь пока двери расстрелять. Да тут как бы... У тебя что, тапалка еще? Тут чисто. Противник снаружи, у меня. А, я думал, тут не пропилено. У меня противник снаружи был. У них пульс, аккуратно. КВР дед. Пульс дед. Меняю магазин! Еще один придет сейчас. Жень, Валер, ты вообще... Один сзади в трофеях.
убили. Еще жив. Все. Победа. Противник не реализован. Я, блядь, ковырю башку дал. Заебись. Ебать, 7 килов. Ты что, всех сделал? А, почти всех. 4? Нет, троих, да. Фульшер вообще просто в дырку запрыгнул. Ему вообще пофиг, кто там, что там, кого. Враг не враг, свой не свой. Глаза кровью налились, побежал резать. Вином. Пускай оперативника купит. Да. Я есть косарь? Сейчас я пакет открою. Давай, давай. Тебе в защите надо купить или в атаке? Пишет в пакет альфа недоступен. Так, значит, нету пакета. С чего ты взял, что есть? Да, в смысле? Открыть X1 пакет. Но. А там внизу стрелочки надо переключить между пакетами, скорее всего. Ну там у меня еще какой-то блядь. Открыть просто нажимаешь и все, блядь. Там может. Ну я беру ошибку. Может, клюкануло. Ну, ладно, забей. Потом открою. Давай оперативника, блядь, покупай. Штурмотряда. Или кого там, из защитников. Те кого он. Кто тебе нужен? Смоки покупаю. Ну не знаю. Можешь. Блядь, ну смок, он типа, он должен может сидеть подойти где-то на выходах. Рук, да? Рук, капкан, джаггер. Рук у него уже есть. А че не играет туда? Ты купил эти рука? Кто? Ты. Нет. Купи. Нет? Ну покупай руку, хули. Только там это пушку у него сделай. Рук. Рук, да. Он, короче, у него комплект керампластин. Типа на всю команду броня прибавляется, понял? Типа выкидываешь портфель и все. Ты сам как бы экипировываешься. И больше это вся суперспособность. То есть ты повышаешь шанс. Типа своей команды выиграть в перестрелке там, допустим, 1-1. Да, дамаг понижается входящий в тебя, все. Ты купил? Да. Нет. Ну, возьми тогда капкана, он расставляет на двери ловушки, которые взрываются бабах. О, давай. Кто это? Капкан. Капкан. Там предпоследний, по-моему, где-то. А. Или где он? А, он вообще. А столбы у него нормальные? Ну, у него ППшка, которая 9x19 ВСН, который вот это. Нормально. Тра-та-та-та-та-та-та делает и все. 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 Ты мне что сказала будешь делать, когда буду играть? В смысле нет? А чё? А, ну ладно. А, точно. Вот и поговорили. Понял, принял. А сюда его поставить. Потому что там на голом, по-моему, сказал, нельзя ставить его. Или на нём попортится. Я говорю, на ковёрна стоит. Думаешь? А чё, у тебя здесь сильнее, что ли? Следует найти заложника. Воркшоп. Погнали, погнали. Что такое воркшоп? Это мастерская. О, смотрите, где я бота спрятал. У них мира. Женя, сейв бот.
как а X, X удерживаешь, и враги отмечаются. Но если а они... Я сую как. На букву Я. Прицеливаешься вот, и букву Я. На русскую? Да-да. Да-да. В английском нет буквы. Я-я. Ага. Е. Сказали. Не, я. А, сказали. Я сказали. Понимаю. Я зашел уже, вы чё где? Капкана убиваем. Я пошла. Чё, я сверху прорублюсь тогда? Ок. Ебать, откуда? Так больно. Всем спать. Я там отключил что-то. Ну и зашли, да? Блять, Валера, ты чё лёг-то? Давай, Евген, клатч. Чё, я один, блядь? А, нет. Ну второй чел, ну второй чел. Где там кто? Один с таможки был в большой комнате. Они все внизу? Мира на точке. У меня никого тут нету на втором этаже? Нет, на втором вроде нет никого. Я не знаю, где Джаггер. Ой, блядь. Виджу. Убили капкана, значит, двое на точке сейчас. Трое на точке, я думаю. Кинь бота, я почекаю. Да, конечно, держи. Кто-то аутсайд. Тебе надо помочь. Сейчас. Блядь, да где? На заложники прям. Попробуй Эшку поднять, отползи, беги к Эшке в обход. К вам идет. За столом. И один в дверях где-то. Метку даю. Давай. Не дается. А нас. О, хорош. Дронов нету. В смысле, а мой-то там чё? Расстреляли его. Да, он на метке, он на залоге. Заходи вместе с Эшкой. Да, блять. Заходи, помогай пушить ей. Да пошёл. Он перебежал. Ты видишь его, он прямо перед тобой. Хорош. Противник устранен. Задание выполнено. Вот. Изи. А там дрон сидел, блядь, прям под залогом, вы что, не видели? Так это мой дрон, так не видно ведь затылком-то, йоу. Чё, не слышно? Это мой бот был, я его туда спрятал. Да ладно, блядь. Бурчит еще. Всё, не пизжу. Вот именно. Мне не свойственно пиздеть, когда раунд затащил. Понимаю. Короче, за каждую мою смерть я буду ездить километр. Все. Слышал? Запоминай, когда буду кричать, да блять. Да зачем? Пусть на стриме потом пересмотрит, сколько у тебя смерти было. Смерти мои. Сколько километров потом можешь проехать? Ну, в смысле, я скажу об этом. Евген, слышишь? Женя. Чё, так нафиг смотреть его, пересмотреть? Я буду тап нажимать. Вот сейчас у тебя ноль. Пусть там, Таня, записывай. У меня ноль, пока что. Второй этап. Блять. Повесь громко. Чё, второй этаж, где? Заложник найден. Нашли уже. Нашёл тоже, там да? КВР, да. Я заблудился. Да похуй, вот так, блять, ты... Вон лестница, видишь? Справа, вот лестница вверх, видишь, впереди? Прямо. Левее. Лево. Вот, прямо, да. Еще левее, во. Вот сюда, да. Лестница. Прямо, сейчас лестница. Все хорошо. Заложник найден, выполняйте задание. И не успел. Заряжу!
Я кого-то продамажил. Так, я видел тут один трюк. Там что-то Эшки на помощь. Я тут. Где эта камера? Блядь, я убил дефолт. Блядь, не обнаружили кого-то такое. Не стреляй, не стреляй, двое на точке. Инъекция! Как я не успел? Заряжаю! Where? Её допрашивают, справа, Женя, справа допрос! Да в смысле, блядь, не убил? Да ну нахуй. Так у тебя пули кончились. Это просто пиздец. Она только что была слева, блядь. В смысле? Так тебе метку желтую поставили, что он на каве, лол. Я за ней шел, за кавой, блядь. Она ушла влево и оказалась как-то справа, блядь, днем сразу. Ты чё, Валера, все наигрался? А? Я умер. У меня одна смерть. Выкинуло что-то. А тебя выкинуло? А, ну ладно. Да. Ошибка с Ненин, да? Да. Перезаходи. Ну давай тогда тоже ливнем. Так чё? Мы всё равно всрали раунд. Ливаем? Противники мертвы. Да, давай ливаем. Найс, трай пока. Так а чё? Так а чё? Интерогацион. Бродвей что-то, раскраска особая. Что, блядь? Раскрашивай, сиди. Блядь, какие-то интеллектуальные мемы кидаешь, прям вообще не понимаю. Кто? Ты, блядь, что два раза прочитал, нихуя не понял. А чё я кинул? Чё я там кинул? А в смысле, а кого судить-то, блядь? Смысл? При чём тут? Так мем про следком, про эсэсовцев, чё? Мне пофиг на новости, я про мемчик ржу. Половцы такие, типа. Печенеги. Блять. А? Чё-то это... Лаба. Лаба. Чё, без миру? Куда я ведь её тут поставлю-то? Тут можно и без мира так-то вроде. Я чё, Вордена зря купил? Давай, давай. Ладно, ладно, беру миру. Чё, давай? Я взял Вордена. Хребись. Печкин. Валер, чё такое серьёзно? Ты смотрел, не моргает даже. Ну, прям душу смотришь. Валер. Что? Как дела? Нормально. У смыка по-любому глаза в разные стороны. Валера, короче, у тебя способность, ты подходишь к дверям, к окнам, к краешке, у тебя появляется там, типа, установить капкан. Выдерживаешь колёсико, он ставит. В дверях желательно ставить... Как можно ниже, как можно ниже, да. Чтобы их не видно было. И под разными углами смотри, как они будут выглядеть. Типа, представь, как бы ты подорвался на этом. Типа, идешь и чтобы, когда ну, к дверям подходишь, чтобы его не видно было. То есть, со стороны подходящего ставить. Понял? Ну, типа, если думаешь, что будут идти справа, то поставь справа, блядь, его лучше. Если не думаешь, что пойдут, не ставь. Если думаешь, что слева пойдут, то слева поставь. Если посередине, то вообще не ставь. Если посередине, то вообще не ставь. Раньше эти штуки с одного взрыва убивали. Так они убивают сейчас? Нет? Нет, они 50 хп сносят.
Раньше они убивали целиком, и раньше еще лазер красный был от них. Как это было давно. А мы поиграем сегодня? Что там опять? Сервер? О, у чела пинг 500. Пока чел. Да. Наверное, а прикинь, если он абьюзер? Ну, коммендер. Киньте ему репорт сразу, на всякий случай. Не дайте. Ой, блядь. Ну-ка, пацаны, посмотрите мне в очочи. Чё, я вижу твои очки синие. Нахуя у них серебро пятое? Смотри, я... Это, тебе время, Жень, сказать? Полтора. О, я ж говорил его, кинь. Докладываю, врагу известно, где заряд. Есть, конечно. Вон на окно сзади нас, Валера, поставил. Вот здесь вот на окно. О, я так мощно бегаю. Смотри, как я круто бегаю. А сколько мне их? Пять у тебя их. Враг обнаружил заряд. Стену укрепил! Камера пашет. Камера активна. Тут камера есть, я тебе поставил. Чё, где-то взорвались? Не знаю. Валера. У тебя сразу. Они прошли уже. Там с щитом стоит. Монти? У меня Монти, да. Есть, есть что-нибудь у тебя кинуть ему? Сифор, есть у тебя? Выше надо было. Взрывай. Взрывай, взрывай. Взрывай. Лучше убегай. У меня сифор есть. Кинь этому. Ты чё, граната? Да. Взрывай. Найс. Это ты кого убил? Хорош. Только один батя легли просто. И я тупо под окошечком такой усы свои разложил. Я в этом улице был. Ебать, он, наверное, угорал, блин, последний чел. У меня тупо два содействия. Блин, так вывалилось вся сифор, как будто он мне из кармана выпал. Предъявите ваш сифор, ты такой, на. И стоит, смотрит на него. Да обычно я играл там кого-то на колёсико, и колёсико взорвать. Я ещё кинул как-то что-то, блядь, вообще. Чтоб дальше кинуть там, да. Выше поднимать. Там граната, блядь, прилетела. Типа удерживать ничего не надо, чтобы дальше? Нет, удерживаешь, и вот смотри. Там типа прицел появляется. А, ну сейчас я его попробую. Только не нажимай Г потом. Нет, 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 нет. F, 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 F. А то нажал бы сейчас. Я один раз тогда сделал, блядь. Начал раунд, блядь, сам все взорвал. Стену укрепил! Я вроде не слушаю. Да, вот здесь надо укрепить. Враг обнаружил взрывчатку. Меня откидывает. Я сейчас вылечу, походу. Нет, ты бегаешь нормально. Вот здесь, Валера, поставь. Еще 5 секунд. Где? Вот на этих, да, вот здесь. В двойные двери ведь. Вот нет, вот сюда прям. Точку укрепить. Получаем картинку. Нихуя он, блядь, бежал. Внаружу. Эта область находится в поле зрения. Можно в дверях только ставить? Да. Двери, двери, окна. Окна. О, я впервые спаун пикнул, пацаны. На первом этаже... Везде есть косяк. На первом этаже зашли. Уже на точке. У кого, у меня или у тебя? Здесь. В рубке в этой. Хорош. А как она сюда зашла? Хуй знает. Через окно нет. Ну вот здесь окошечко есть, я закрою его, пожалуй. Будет этим гадом подарочек.
А, вон окно. Вижу, все парни лежит. Это Валерий. Это Валера выпало у него. Карманы большие. О, Валера, ой. Женя, у тебя тоже очки есть, как у меня. Да? У тебя на лбу они. Они тоже загораются? Время сказать. Посмотрим, что тут. Осторожно. Блять, бандит что-то знает, он, бля, как так бегает в сторону. Щитовики! А вон он у меня тут. Там с ним кто-то еще есть. 100 про. Он не может быть один. Пропусти там ее. Все, он ласт. Он на мне! Урод. Где? Он на мне, вот там. Ударь его, бейте его. Тише, тише, тише. И по ногам. Тише, тише. Взрывай. Хорош. Ебой. Поздравляю команду. Я не успел его ударить, он меня завалил. Фига, он улетел. I believe I can fly. Че, мальчик взять? Нет, так же улетишь. Да похуй. Если прикроешь, то не улечу. Вот не про меня. Ну, пока 2 километра. Я держусь изо всех сил. Стараюсь не умирать. Ну да, я люблю кататься. Найдите заряды с помощью бота. Любишь кататься, люби и умирать. Люблю его тренажер, как пускать по комнате. Да ты уже качаться, а не кататься. На втором? Да, вроде бы. Докладываю, да. Робот обнаружил заряд. Что у них там? Блядь, ну через балкон просто... Через кафе, через кафе можно зайти, у нас же термит есть. Давай про... через балкон зайдем сразу же. До начала 10. Ладно, давай на электромобилях тогда лесаемся. И прожгем, да. Начнем через 5 У них клэш. И чё? Ей на ухо будут дать. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Я возможно, дам... спаунпик на балконе будет. Я бы вышел с клэш. Нет, дверь закрыта. И окно тоже. Все, изи. Ну, не знаю. Валер, ты с нами должен зайти. Залазь, Валер, на крышу с любой точки. Я подожди, Женя, еще потолок открывай, ты пока один. Вальку убил, лол. Заряжаю! Что-то она нафидонила. Ты аккуратно, ты чё? Валера, иди сюда. Тебе? Да, к нам спрыгивай. Иди ко мне, ко мне быстрее, ко мне иди сюда. Прямо, видишь, где это? Да какая нахер? Там на пробел проникнуть, блять, Валера. Хорош. Иди прям сюда. Вот здесь вот ставь. Иди ставь прямо на метку. Вот сюда на метку. Да все, мы уже зашли, лол. Мы пока отпилились, мы всех убили уже. Что, ничего не взрывай. Ничего не взрывай, блять. А откидывай. Все, в дыре будет сейчас, пропили. Ну, Валера упал еще куда-то там, пошел карту из. О, найс. Еще тимкиллы пошли. С вами один. Руплей. Найс. Куда надо балкона было стрелять? Мы так и сделали. Бум. Ну ты же согласись, это была охуенная идея. Да странно, что они не вышли с клэш спаун пикать. Выходишь, клэш стоит, а ты говоришь инфу. Ну как бы да. Там видишь, там еще и окно то, что было. Прикинь, остальные не влезли из-за меня в камеру. Сука.
Бля. Ладно, я, наверное, все. Темки возненавидели. Ну, давай еще одну карту. Да не, все, хорош. Что-то я. Бля. Встал. Пойду. Я ливну, вы это. Да, у вас кто-то лидером будет. Давайте, я пока. Че, будешь, Валер, еще играть? Mm-mm. Не будешь? Ну все, погнали.